Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом новогоднего салата с креветками. Восхитительный и изысканный вкус салата покорил меня очень давно. В рецепте этого салата совсем немного продуктов, но они так грамотно и гармонично подобраны, что дают превосходный результат и просто потрясающий вкус. Это просто чудо, а не салат. Для его приготовления мне понадобилось 300 грамм вареных, очищенных от панциря креветок, 50 грамм замороженного сливочного масла, 100 грамм твердого сыра, 1 красная луковица, 6 вареных яиц, домашний майонез со сметаной в пропорциях 1 к 1, 1 третья лимона и свежая зелень для украшения. Чтобы соединить все продукты в салате, мне необходимо их сперва подготовить. Начну я, пожалуй, с яиц. Желтки отделю от белков. И натру отдельно желтки и белки на мелкой терке. Также на мелкой терке я натру твердый сыр. Красную луковицу нарежу как можно мельче. Лимон я очищу от кожуры и очень острым ножом нарежу на тоненькие-тоненькие кружочки. А затем каждый кружочек лимона я нарежу примерно на 8 маленьких треугольничков. В соуснике я смешаю майонез со сметаной. Ну и в самую последнюю очередь, чтобы оно не растаяло, я натру на крупной терке сливочное масло. Все продукты у меня в полной боевой готовности, и я буду выкладывать их на большое блюдо слоями. Сперва на дно тарелки я выкладываю желток. Сверху на него я уютно выкладываю креветки. Слегка сдобрю их майонезом со сметаной. Затем я выкладываю слой лука. А на лук кладу маленькие треугольнички лимона. Выкладываю я их не впритык, а примерно на расстоянии 1 сантиметра друг от друга. Сверху снова немного майонеза со сметаной. И покрою все это слоем тертого твердого сыра. На сыр я равномерно выложу замороженное натертое сливочное масло. И спрячу все это под обильным слоем майонеза со сметаной. Весь салат сверху я покрою тертым белком. Он очень напоминает пушистый снежок. И вот на этом снежке я выложу из укропа новогодний венок и украшу его елочными шариками из половинок помидорок черри, серпантином из огурца и лимона и несколькими креветками. Праздничный салат «Новогодний сюрприз» готов. Смею вас заверить, что этот шикарный салат с креветками, наполненный нежностью яичного белка, сливочным вкусом сыра и масла,
разбавленный небольшой кислинкой лимона и пикантностью лука, будет достойным дополнением вашего меню на новогоднем столе и непременно понравится вам и вашим гостям. Приятного вам аппетита и всех благ в наступающем новом году! Если ролик вам понравился, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А чтобы не пропустить следующее видео, нажмите на колокольчик. Пока-пока!